Возродить праздник именно с хоровода, потому что хоровод — это самое главное на народном празднике, а потом все остальное. Сначала водили хороводы, все, а потом уже танцы более поздней формы, игры там, ярмарки, театры, гуляния. Хоровод — это первично народной культуры. В Корину были такие свежие народные праздники, когда собирались из окрестных деревень, большое село, или из больших сел в одно село на предпоследний праздник, и, может быть, на Троицу, в каком-то селе, обязательно была вот такая традиция, что все приезжали в гости. И не просто приезжали в гости, а собирались вот так улицами, селами, с определенными хороводами. В нашем понятии хоровод — это круг. В общем-то, и хору, вот это вот ходить кругом. Но на самом деле хороводных рисунков великое множество. Мы вот попытались в этом празднике попробовать воспроизвести хотя бы часть этих хороводов. Это очень интересно, занимательно. Но не совсем очень сложно. Говорят профессиональные хореографы, что самое сложное – это ходить в большом количестве народа кругом. Держать круг, чувствовать плечо, чувствовать это движение, не торопиться, не суетиться. И в то же время вот так вот наслаждаться вот этим состоянием, спокойствием. И не сбиться с куплета, потому что при большом хороводе очень плохо слышно, допустим, здесь нет никаких фонограмм. Вот когда-то это было очень традиционно, и даже до сих пор есть еще такие заповедные места, например Усть-Тыльма, где собирается до сих пор больше 1000 человек в народных костюмах. То есть эта традиция еще живая бытует. В нашей стране, к сожалению, хороводные традиции уже исчезли. И сегодняшняя попытка реконструировать. А еще очень важная функция хоровода – это почувствовать объединение друг с другом, соборность. Мы можем это в церкви, в хороводе. Thank you.
нашей культуре ничего просто так не появляется. А вот хороводы какую роль имели? Для чего у вас, почему они возникли? Хоровод, ну, во-первых, это солнце. Это круг, все, что связано с солнцем, все, что связано с земледелием, все, что связано с круглым годом. Жизнь человека – это тоже круг. Бабушки были живые, они ходили на речку, катали яйца, жарили яичницу, завивали венки на березке и ходили песни, пели вокруг березки хороводные песни. Oh!